Будет танк второй. Будет Что, что, спекать танк что? второго. Да Спекать ну, танк. реально что ли? Спекать. Да, на этой области спекать, не будем рисковать. Ебать вы гоните, нахуй. Да шо в вагон, блядь. Мне интересно, кто сфер сбивает на ноги, нахуй. Хрипаты, ты чё, в одного не танчил, что ли? Это еще Мари Джейн Да сбивает, нахуй. не, лучше спекать, не сказать, вой. Конечно, там Пизду. ДПС Пизду. хватит. Пизду. Шова, ауру от огня поставь. Возьми от огня, третью возьми. Все нормально. Все, вот. Готов? Так, ну да, сейчас. Все, давайте на Ну, получше. подзапускаем. Успеешь поесть. Все, запускаю Где быстро. Добро пожаловать, герои. Вы А где мы припотики, припотики есть у кого? Ну, в центре У меня... Да, могу дать тебе. СПД. Не, это хрипатый, не танчишь в центре, танчишь здесь его. Кевер, кевер. Десятка, не надо голову ебать. Будешь проклятие стихии бросать? А, так, Шова, кинешь на этого, на Хрипатова. Гудлик, прыгай, вафлика. Собаку вызывай. Это тут есть плащ какой-то на танк? Да, есть. У Хрипатова быстрее. Некто гудлик. Ты, короче, танчи, что... Не спамьте, блядь. Не спамьте, ребята, пожалуйста. Ты танчи, короче, этого петуха, я тебе каплю там дам, если что. Два. И Боб тоже тебе сам дам. У нас друидов нету, СС и может раскинуть. Да уже поздно. Ничего не поздно. Снобль по госу заносим. Блять, ребята, я просто. Неси снобль-то в мили. Я туда ножик. Кому ты это дай базар? Вальс, как вальс. Долбьёбу, тихо, тихо, блять! Выйди из лужи, вальс. Замутил шоу. Вот, надо мусульникова, сами должны понимать. Приебался, сука, сука. Посмотрим, сыграйте. Чё с уроном за пиздец происходит? Ещё ебана. Намазал яд. Так, даю тебе каплю. Давай это, вой, заберешь огненную. Нормально, он под каплю, не сдох. Не, я говорю огненную, заберешь. А, ну. Сейчас умрет, я дам бог. Добили его. Все, я маленько раздобился. Шо, фу, блядь, все, вводит разморозишь на нас еще, ага. 5, 4, 3, 2, 1. Геру? Да, Шаман, давай, Геру. Все, давай, Сереж, ружу, набирайся между собой. Ты в демоне? Нет. Кастер даже нет еще. Ой, блядь, да чё за хуйня? Я шивы отдал, вышел. Ничего, убьем еще нормально. Да не, убьешь, конечно. Вот и прохитил, вот и прохитил. Сейчас перекоп. Ты что-то развернул, не очень хорошо, по-моему. Да нормально, я один сдох с ним. Ничего страшного, все равно хватает. Войт, я в плаю играю. Добивайте. На пол нет, смотрите, аккуратно. Добейте кислоту быстрее. Собственно, капать, она умирает, как не знает кто. Лужа. Все, да. Все, давайте. Поехали. Я массакр сдам на плевок. Дистанцию между собой набирайте. Массакра есть? Массакра там, ага, отлично. Так, ребята, ты еще 4 отдашь. Кстати, диспела нету этого стана рева. В смысле? Ай, блядь.
Ну, тогда хилы станьте по разным сторонам от босса, если чё. Чё у вас справа, Эллерс, блядь, вал слева. Перехвати хрипаты. И ауру поставите тогда потом. У тебя дра больше. Смотри, там будет. Лужа. Вы за 3 врезания убьете его, поэтому на первое врезание отдашь ты 4. К щиту Альянса отойдем. Да, давайте к Альянсу уходить. Все, тоже его лови, там Агрон играет. Ну я сейчас слабый еще. Так, у шамана есть товалка. Да, шаман. Вы, главное, хилы встаньте по разным сторонам от босса. Ну, я сейчас метку поставлю на валсе. Каплю, если что, пошел я дам. А СС и ВНКОМ висят. Покинули СС будинки? Весь рейд, прикинь, весь рейд будет. Да я же сказал, что нужно по разным сторонам было вставать. Да, нормально. Пал стоял с другой стороны. Так он тоже заморожен. Нет, пал не был. Шова не был заморожен. Блять, а чё зависает? Шли от черепа. Всё, поехали, давайте. Шова, я звезду поставил на валсе, если чё. К нему отходи. Фрост ауру поставил. Забыл, что Шова. Может, третью взять. Отдай ты 4 хваты. О, заебись. Как раз. Где фридом? Фридом? Нас нету фридома, брах. Я. Все, давайте разбежались. Наряжение не умирай там. От хрипатого. Так, это будет сейчас мастерла дашь. Ага. Секунды блядь. Через 3, давай после этого комнаты. Ну, сразу дыхание будет. Секунда через 3 отдавай, мы сокрою и все. Нажми допасть. Все, давай. Так, дал, висит пока что. Сейчас будет еще. Кончилось. Блять, ну, нет, ладно, не кончилось. 1.8, 1.8. Нормально забись. Все, изи. Блять, да надо было в ретрике нахуй. Да не надо, лучше, блядь, лишний раз не рисковать. Я его палом танчил из-за ТВК на одного, блядь. Ты молодец, что могу сказать. Красавчик. Я только этого и жду, блядь. Это все, что я могу тебе сказать по этому поводу, блядь. Шо там, блядь? Ну-ка, нихуя себе. Надо на запад. Меткость крит. О, возьму перчи, вдруг пригодятся. А кто? Мы режим и вас будет выкушать, что делать. Что, не справиться вдвоем? Ну да. Они по 2 стака снимают. Раз. 10 стаков там, алё. Да роль что хочешь, блядь, Климент, ёбаный свет, только кожу, пожалуйста, на ДК не роль. Запы не роль, нахуй, перчи не роли, блядь. Чё он там выигрывает, нихуя? Тебе эти перчи нужны вообще? Ладно, заебал. Всё, запускай следующего. Нет, подожди, ничего не запускайте. Тихо, блядь, рыба есть у кого? Чего ты кричишь? Нет рыбы, шкафу сам одну. Ну я сдох. Через 30 секунд будем. Все, давай, совершенно напугаю. Ну пугай, босса заводи. Ну сейчас я буду готов, заведу. Так, короче, я нашел поезд скидал. Кидай на шову, этот гудлик кинь на валс. А нет, не на валс, а на кидай на вырежение. Я нельзя умирать в любом случае. Да. Ой, блядь, я думал, где мой ДПС, у меня 3 не ПВПшная. Так, ребята. Блять, свечиваем все в портал. И в этот тоже свечиваем все. Не надо, блядь, ДПС свои ебаные крутить здесь никому. Ну, шаман только не свечится, потому что ему нужно сбить каст и спелить эти. Шаману нужно хилить. Нихуя себе. Ну да. Ну, блядь, и приз тогда не свечится, и тоже диспелить надо. Приз, да, то не свечится тоже. Да у нас милики. У нас 2 лока, блядь, милики хватит. Припой, чего шука? Чего шоу замутили? Заебал, зачем ты ему сказал все ролить? Он сейчас будет ролить все на танка, бля. А тебе что-то нужно? Ебать, я бы запах взял.
Это, Климент, сапы отдашь ему? Так, припотики пьем нахуй. А ты вообще что хочешь тут, Климент, что ты хочешь? Тут плащ хочешь, да? С ласта. Ну так, тебе чисто по чесноку, на ДД, да? Проходку надо в прижан пацану сделать. Не, так чтоб понять, какой у него спекмейн, блядь. Спекмейн. Какой? Ну, на ДК, на ДК и будет ролить. Ну все, все. Куда пошел? Че ты за ему? Да, блядь, гудлики нахуй всякие. Это не гудлики, блин. Мэри Джейн, да, отростки. Мэри Джейн. Я слева стою, на справа. Свишнулись, быстренько, все боссы подвезли. Ага. Мэри Джейн, сиди на стаках. Бей босса, Мэри Джейн, бей босса, Мэри Джейн. Шоба вышел. Все, собирай Деву, поехали по боссу. Пожалуй, сохранись. Чего у нас ХП? Шоба. Гудлик. Гудлик вышел. Готовимся, сейчас будут эти. Далема. На шаман героя даже. Гудлик, блядь, ты еще ближе бы вышел к нам. У нас бы еще поближе разлил бы уже, по-моему. Ну, нормально. Стака снимаем, стака. Стака с босса, снимайся быстрее, стака снимайся. Угу. Геру дали, поиграем по колену. Т4 отдай, ДК. Т4 отдай. Вулкан быстренько убиваем. Быстренько вулкан убиваем. Все, вулкан добили, по РДшники все по коленам сыграли. Быстрее РДшки. Голем убиваем. Хорошо. Все, отлично. Последний голем убейте, РД. Все спишите голем РДшники. Мы решим, ты на бусе до конца играешь. Войд. Готовимся играть по этому порталу. Аккуратней сзади. Лужа. Бля, Войд, ёпан свет. Отведи маленько центр. Сбейся просто. С портал будет. Портал сыграем. Все порталы, кроме на режиме. Всё, добивайся босса. Шоу. Бич хватит сливы. Так надо же дефу заливать. Так, стака, снимись. Интрэд. Все нормально. О, поясок я бы взял. Опа, сферу я бы взял. Сука, ну одна дырка нахуй нужна. А вот давайте этот... по считаляйся уходим. Вот этот на танка, ну-ка. У меня там с одной дыркой какой-то беспонтовый. Север. Да заткнись ты, ёпта. Зелье несокрушимости купил? Вагон. Вагон. О, это пояс. Это, Климент, надо тебе, блядь? А то у меня с одной дыркой беспонтовый. Так, короче, в пизду, Климент, роль на поспеку спускаем, ну его нахуй. А то у меня один там, блядь. Так, а ты ему убрали все свои дрявые. Он такой. Ебать, тут пояс нормальный. Так, сейчас нам не вайпнуться на этих чемпах. Блять, вообще невозможно на лок играть, нихуя для РДД нет. Не крита нихуя. Мэри Джейн, ты на респере весь бой. Респеришь ага. Цель и маст диспо отдаешь. Кинь на себя перед боем за защиту от страха. Может это, хрипатого в ДД бойда в танка наоборот? Типа с двумя ДКшками сразу вытянитесь, если кого надо. Ну да. Кстати, да. Как вариант. Давай, ага, как вариант. А, так, у нас только Гера КД 8 минут, ёбаный в рот. Нету КД Гера же. 2 минуты КД. У меня нету 8. Гера. КД нет. Тоже. Так, давай сюда Гера подождём. Выйди из инста и умри. Рога, Вар и Ретрик.
Че, Рогалар и Ретрик? Три милишники. У вас там только шипы из РДД, все. Шипы и хилы. Все нормально, там шипы, шипы. Так, переходим на другую сторону, Войт, оставайся здесь. Рокс, выйди и умри, и все. Мы ж не будем 8 минут ждать. Да меня-то одного что ждать? Да нахуя что-то ждать вообще? Че, Геру хотите? Не, Геру мы подождем. Полторы минуты, ничего страшного. Все, полторы минуты, минуточки можете покурить. Сейчас я меня знать, кто на ком стоит. Сейчас приду. Давайте огурчики. Че, я ассиста не дал. Так че, гомоздину вытянем, да трахнем ее, блядь, жопу. Если она на мне будет сидеть, то смысл ее вытягивать. Так там же вон вар, варчика подержишь. Ну смотри, лог, лог контролит дерево, лог. Это по-любому. А не, надо мазину завалить, она же справа. А кто там, смотри, трактор это кто? Это РШ? Это Рестер. Это Рестер. Какой трактор? Тебе нужно Ретрика. Ретрика и Лара держать. А Рогу и ШП. Ты понимаешь, что ты так не работает на них там, понимаешь? Да типа... понятно, но они все равно ближе к тебе. Эти пидоры все равно на мне будут. Ну, Рога ближе к вам, конечно, там. Ну да. Да вам надо ШПшника гриппать, блядь. У него ХП меньше всех. Ну, да. ВК десятку про последний раз убивали. Там был хпал, который что-то про механику говорил. Короче, он сказал, что если танка, который двух миликов держит, держать на 50%, ни больше, ни меньше, то с него гро не падает. Да, так и есть. Ну вот, Шова там давай займись, ты же... Ну, вообще там три параметра считаются. Количество ХП, количество брони и расстояние до цели. То есть, если ему удобно с расстояния въебать мне тычку, он будет во мне въебывать. Ну, а также броня и ХП считается. Здорово, Абула. Здорово. Абула, ты где, блядь? В какой гильдии? Абдулмамбет. Абула, теперь гудлик меня на бабки разводит. А, так, все, здесь, все, что там по Гере, сука, осталось? Да все, есть все уже. Все есть, да? Мы уже решили, Маздин или ШП. Все, блядь, ШП. А кто кого контроль? Я по контролю Рестра. Так, давай, Север, ты Рестра контроль, а Гудлик контролить будешь Паладина. Если кто-то из Милика пойдет на Милика, переключаешься. Валс, постараешься дать в кого-нибудь из хилов лягушку свою. Трагара. А вы что, пошли в ВК-10 Карагер? Просто нет, мы просто ВК-10 здесь пошли. Все, давай, Серси, на полдуля. Шоу, поставь аур на броню. Давай кикнем шоу. Тихо, не все. Все, не, короче, я тебя сейчас... Этот... Не фудите. Да, вытягивайте. Да, первый, слышишь, первый тягает хрипатый. Климент, ты после него тягаешь сюда. Каска 11 минут спадет во время боя. Каску переобуйте. Каску спадет во время боя, все, я пошел. Ты слышишь, ты не дразнись, нахуй ты, блядь. Че, сука, делает? Шикарно. Все, все нормально. Все, давайте. ДБМ даю. Припоты пьем, нахуй, быстро. 5, да, Климент, ты второй тянешь 3, после хрипа. Ты второй тянешь, да. 1. Прожми, нажимаем мастерала, нажми. Что там? Поехали. Все, давай. Пошел хрипатый. Кремен, продолжай. Ты пиздец, Кремен. Прикалываешься, конечно. Ну ладно. Все, Гиру дали, заехали по приступу. Все, там все отдал. Сан, дайся ему кто-нибудь. Ты заметил тебя. Кого дальше? Реагируй. Геру мазь диспорт. Бля. Надо... Давайте, поехали по Тракару. Да. По Тракару поехали. Пусть на мазина, он там развлекает с Мириком. Кару заезжать. Дерево законтролься. Вот, живи, не умирать. Шо, да видишь, он гибость? Маз дисплота просто так не давай. Ты отдавай его, когда он там нас вернет. Валс, да не хиль ты его. Валс, ты не... На ты него еще, частица ты... висит, все нормально. Ты рейд прохиливаешь, все нормально у нас. Массакру сдал, хильте. Да спокойно, на тебе чистить. Дальше тяните кого-нибудь. Да Кашка, иди, следующего. Ну давай, да он даст друид, дерево хуй с ним стоит. Тут вообще мы как бы... Блядь, хиль. На толпу дерево. Все, пизда. Все, пизда. За контроль, Гудлик на Рока, блядь. На Рока. Гудлик, и Маздина. По... Масфир. Гудлик, по миликам откинь контроль. По миликам откинь контроль. Сорян, блядь. Блядь, Шова, ебаный свет, ну ты как? Он была капля, да, блядь, частица слетела. Маздина с контроля вышла. Поехали по дереву, доиграем дерево быстрее. Маздина, смотрите, идет вас. Пизды давать. Мэри Джейн. Я блайн, я дал. Кончился блайн, все кончилось. Диспел дерево.
дерево продиспелли. Мэри Джейн, просто дерево диспелли, все. Оковы пороги, оковы пороги и бегайте. Тихо, не фудите, не фудите. Ноль контроля на Маздине, во. Все, нормально, все, давайте по Маздине заезжайте, по Маздине играем. Фирия, Вара, иди погоняйте. Остальных ферните. Нажми на Вара под резание фухажили. Я на пале посижу. Давай, посиди на пале, поконтрольте просто их, и все, играем по Маздине. Да, сука, все на мне, блядь. Продали, ну, пацана, ебаный урод. Да не заеби, заебись. Бегай, кайте. Ух ты, блядь. Что, полага, когда я еще умру, нахуй. Бегай. Я сейчас... Ой, ты мне его койл. По Мазине отдал. КД койл. Давай быстрее Мазине добьем. У вас два лока и ни одного фира нету. Вот эти ретрик бегает, два бегает. Мы ничего не воспринимаем. Именишинг. Все, повару поехали, все. И фирах такие бегут. Не фудите. Повару, давай сейчас играем. Олег, есть дизерн? Я там дизерн. Блять, я уже свичнулся. Балас, вкинь... А, ладно. Да уже все. Ну да, уже все. Ты, блядь, ты хочешь подуэлиться, что ли, блядь? Не понял, блядь. Ну, все нормально. Сорян, Войд, просто у тебя там частица слетела не вовремя. Ну, да. ГП получается. Он говорит, нормально там все. Частица висит, блядь. Нет, они, видишь, еще шотнули так, что ревностные сразу добили, блядь. Маш, где спал? Хорош, Мариджейн. Вот это ЕПшка, это ЕПшка плюс. Частица, она лютая, я ебу нахуй. Лютая, ты что видел? Че за параш падает? Видел? Север, смотри. Дай, я рулю. Дай. Все, давай себе быстренько отходим. Палс, иди сюда. Тотемы уберите, тотемы. Убери свои. О, север, у тебя вообще шлак. Торчи на пол даю. Вот спекайся обратно. А, стой, подожди. Тут что, надо ловить же. Сферки, да. Да, давай, вот ты сферочки половишь. Шова, вот, блядь, телепатов танка. Блядь, мы не сорвем второго с ним. Ты не будем кливать и все. Давай сорвем. Не играем. Без клива в таргет не играйте, Гудрик, да. Не надо, здесь ДПС сейчас вы показываете, мне нахуй твой ДПС нужен, не рви агру просто и все. Просто бей спокойненько. Север, не поставь рви... чарку на ботинки, как у меня, чё ты без чарки. Так, ты давай на огонь ставь, короче, я третьего возьму. Кстати, обновите СС, эти камни. Так, да, ССК обновите. Я по себе, да. Шо, огонь возьми. Белая работа. Не говно ебучая. Какой огонь? Там тьма и свет. Да, нет, это огонь. Чарка. Только не спорь, просто огонь поставь. Ну поставь шоу огонь, да, и все, и все. Это все. А равно. То и Клера позовем, он пояснит. Клера не надо нахуй. Того самого Эклера, которому 45 тысяч лаваш улетел обратно. А чё хрипатый с белой? Север, где он ловит? А кто танчит? Кого он ловит? Хрипаты танчит. А-а-а. Ты будет ловишь, хрипаты танчит, все. А что с белой? Все. Хрипаты, а ты что с белой? Даже бить. А ты, блядь, ты кому? Ну, потому что темную будете вы перебивать, поэтому я. А белая от меня не отлетит. Ну все, хрипаты знаешь, что делать, все, блядь. Не бейте голову. Как говорится, блядь. Я гарантирую, сейчас будет файт. Гудлик, стихи кидай, я косноязычие повешу. Угу. Все, давайте. Иди поля. Давайте бахать припоток у вас. Не вливайте, дайте ему поставить, я на пулю. Престобаф бы, конечно, по паладину, блядь. Ну реши, надо престобаф. Все, я на пулю буду. Поехали. Не рвись только, бро. Я стопнул. Все ближе к боссу встаньте. Ближе к боссу подойдите, все ближе к боссу подойдите. О, ладно, я поставлю ФК. Не въебывайся. Я вообще авку уже стою. Ну авку ставит. Понятно, ставит тоже. Да, что тут делать, блядь? На грот здесь собираюсь. Продолжаем весь. Войд, прожмись там. Там где по. Ой.
Больно залетают. Очень больно залетают. Mm-hmm. Он бегает здесь впереди. Готовимся. Померяй свет свишнулись. Вы там прожмешься. Черный ловишь, вот. Черный ловишь. Пока все нормально, иди быстро меняйся. Все, давай, перевози. Блять. Гудлик раскол. Массакруздал. Сокрой, да. Вот их сбросил. Я уже брал, да. Я вообще пока. Ну, стой еще. Черный такой. Дубич, как ты вроде впервые? Я долго ждал, не бил. Так я тоже, блядь, не бил, я и сейчас, блядь, не бил. У меня минус 20. Продолжаем. Продолжаемся. Алекс, собьешь просто. Окей. Хуёвые нервы. Ну что так тяжко, блин? Тяжко, как баранья ляжка. Так, ты серок много летит. Серок много летит. Так, 8 секунд до перефаски. Так. Белую взяли, сегодня черную взяли и по щиту заехали. Быстрее. Спите щит. Прига. Ой-ой-ой, смотри, что выпало. Ты что за боты падают? Сука, ботинки, заебись. Меч какой-то. Да, ботинки, ручки. Да ботинки вообще шлак какой-то. Что я вызываю, да? Бис свои ботинки на демона. Какие бисы, они на дух, блядь. Дух крит за лук. Демонов дух собирают, но. О, я сверху забрал. А где же ДПС-то, блядь? Ебать, кто в дух собирает? Покажите мне, кто вам ДПС дает. Кто дух собирает. Демон должен ДПС давать. Держу в курсе. Да не верю я в дух вообще. Дух это, блядь. Холи пристер друг, все. 29% духа доспех дает. 20% талант дает. А если сейчас ДК нажмет лед, мы все упадем, это будет считаться? Это что, 50% дает? И в чего дух превращается в СПД? Да. Да. Эй, бать, это мало все. Ну и сколько там духа у тебя? Ну, я не собираюсь дух пока что. Представь цифру, какую. Я пойду пописаю и покурю. Я сейчас духа. Давай мы убьем, потом пописаешь, покуришь. Скоро. Да лучше наоборот расслабить. 100 духа, 100 СПД. Ты устал, пиздец, да? Да. Это жестко, пиздец. Это вообще пить. Это? Чё, в ретрика? Да. Все демоны собираются в дух. Можешь посмотреть по отчётности. Да ебать. Да нет смысла, демоны все равно не будут дамажить. Без Т5-го. Ни один демон не даст больше Дестрика или Афлика. Равно да, разные демоны бывают. Есть, которые дамажат нормально. Невозможно дать больше Дестрика. Только невозможно и возможно. Ну это может в Т4, Т10 не получше. Т5 вообще спокойно может Дестрика передамажить, да у Т5 нет. Т4 на демона вообще говно, Т10 только хороший. Эй, похуй, хороший. Еще я, блядь, локами не запарился. Сейчас пока рано дух собирать, потому что мало духа за шмотом. 277. Ну я про то и говорю, что мало. Ну надо по чуть-чуть уже подсобирать, как бы. Я не буду сейчас эти ботинки одевать, как минимум, потому что там один сокет, а не два. Если бы было два, это было бы хороший дефлект. Короче, просто ты мусор. Ты же сказал, не битва, это чё? Ну, я не заметил, что там уже дырок нет. Я увидел дырку, но подумал, что их две. Одна на каждом оказывается. Чё, в одного танка с контролем мобов через ШП? Ботинки, поэтому там одна дырка. Че, бери. Да я вот не знаю, есть ли смысл контролить одного через ШП. Конечно, есть, блин. А как ты будешь сливать? Шот не танка нахуй, и все, блин. А ну блять, назад убивать. На слива мало. Давайте не, да. Убьем, как убивают. Давай через контроль поиграем. Ну там буквально на 5 секунд, наверное, надо. 5-7 секунд. Да, у нас две закопки, да, будут в любом случае. Ну, я думаю, с нашим ДПСом одна, блядь. Нет, скорее всего. За одну и вторая. Я уверен, что одна будет. Нет, просто если мы
можем за одну закрыть, то я не буду свитчиться моба, буду их только кливать. Если мы будем за две, то я тогда буду мобы свитчиться. Так ты и должен кливать, ты же хуй. Нет, ты их... Как слышишь, не свитчуйся, просто кливай. Окей. Я сейчас скажу свитчиться. Так, бафы на себя посмотрели. Ребафим себе. Давайте, короче, сделаем фул ребаф нормальный. Припотики дайте, пожалуйста, чтобы с пула побольше снять. Капец, ты еще без припотов. Олег, на старше не врывайся. Угу. Я на пул отдам на этих, на пауков. Так, на сферках, север. Схуяли? Ну а кто еще? Мэри Джейн. Нет, а Мэри Джейн на шаттле. Гудлик. Это что, плюс ДК притягивает? Да пиздец, ДК притягивает. Бля, север, в чем проблема? Я, блядь, не хочу сферы ебаных. Я тебе говорю, вставим, пожалуйста, на сферу. В чем проблема? Пускай Гудлик на сферу вставит. Ну, блядь, это уже четвертый порошочек просто. Гудлик дамажит больше. Это раз, и два, я бы ему не очень доверял. Хорошо, я не знаю, где раскидывать сферу. Вот так. Смотри, первую сферу, как Бёрр там говорит, вот ДКшник притянет, вы разобьете. А вот тут, где Лок поставил портал, там может разбить кто? Шаман хил, может подбежать, разбить, блядь. Так я там и поставил портал, это мой. С пула нехуй хилить. А на перебежках уже разобьют люди. Ну я как вообще делаю? Я одну под боссом разбиваю. Вторую, когда он закапывается, ухожу в конец и там сбиваю. Нет, ты первую вообще не сбиваешь, её тянет на себя танк. Хорошо, первую мы под боссом разбиваем. Потом он закапывается, я в конец иду там разбиваю, правильно? Да, ты можешь вот сразу с пула прыгнуть туда и в трусах сбить, и все. Нахуя, я припот выпью, в босса лучше зальюсь. Шаман, говорю, может разбить хил. Тут хилить нехуй с пула, блядь, дамага нет. Потом я вообще... в конце разбиваю, пока он туда идет, я иду вот сюда, близко к боссу, тут одну разбиваю, правильно? Ну тут нет, не сюда, а вот туда вот, смотри. Вон там. А кому СС давать? В уголок. А, да, СС один по валцу. Ну, короче, справа, понятно, справа разбиваешь. Да. Валцу крест есть. А, валцу встать есть, отлично. Давай. Первый в конце, потом тут справа, потом опять обратно в конец, так разбивать? Да. СС, Гудлик, по Мэриджейну отдай. Север отдай СС. У меня на шове висит. Хорошо, да, Гудлик, по Мэриджейну отдай. Лед возьми, шоу. По бопам кто первый? Я тогда с портала разобью. Боп первый, шоу отдаст, второй отдаст. Так, ну и по станам эти... А чё у нас? Давайте. Барабаны есть, инта, блядь, свитки вот эти. Так, ну можно слетать, я могу слетать. Слушай, лапа. Лапа есть? Ну кидай лапу. Ну, у тебя есть? Ты же вроде бафовый. У меня на вайпе лапа. Кстати, лапу реально надо. Тут давайте, я слетаю, да. Мы игру заново возьмем. Игру возьму. Я саппорт перепью на третьей фазе. Да зачем? Сними себе, приступав. Ну, увы, Вальк, будешь ставить на третью фазу на турезист, придется пожертвовать хостой. Да я не против. Так, я Павел, Павел, вы, пожалуйста, не приебитесь со станами, с этим, с сбыванием кастов. Шоу, если что, в Меризоне-то постоишь. Так, сейчас я его разобью, скину, нормально. Так что, на сферах этот лог, да? Да. Ну, а, да, это... кстати, на третьей фазе, смотрите. Первыми выводят с Мэри Джейном. В одного репитом с другого шаку даете. На вторую пачку, если будет, мы с Войдом чисто выходим, фиряем по одному. Да, так и сделаем. Будет, а окей? Вот на третье у нас уже нихуя нет, так что к тому моменту босс уже должен быть мертв. Да не, мы убьем этот трясибок. Так, что мне надо сейчас, я скину барабанчики на руку. Главное, чтобы репит он с шагом в одну цель не дать. Минут. 2 секунды. Да то... Ну тогда время... тебе проще выждать, пока репитон скинет, и по другому таргету отдать. Нет, наоборот, лучше выжди, пока шакл. Да, то есть шакл, я перепутал. Если что, если сильно близко будет, то отдашь ему просто фир, а другому отдашь шакл. Пускай просто она берет дальнего, а я ближнего, и все, и нехуй мозг ебать. А если нет, справа ты... и слева будет, то я правый, она левая. Вот ну все. смотрите сами, вы не приебитесь просто с контролем, и все. Слышишь, и... Мэри Джей? Вы это будете делать. Упсик,
Короче, дальние мобы твои, если с одной стороны выходят, дальние, вот если, допустим, здесь, он твой дальний, ближнего я репитно скидаю. И если справа и слева по мобу, то справа, где треугольник мой, точнее, вот здесь, вот где я бегаю, это мой справа, а слева твой. И все. Так, ДКшка, ты знаешь, что здесь делать? Сейчас, подожди, я зайду, я просто... Чё он пишет, скажите мне? Ничего. ДК. Климент, как там тебя ник, я забыл. В целом, сказал, да, в целом, говорит. Да, да. Так, в целом мне не нужно, мне нужно, чтобы это наполнить. Смотри, сейчас я зайду, объясню. Если на тебя метка кидается, ты, если говорят, есть боб, встаешь около лужи и ждешь, пока тебе боб кинут. А на бобе останется 2 секунды, заходишь в лужу, все. Сферы лишние, пожалуйста, не сбивай, мор не давай, обновляй доты вручную. Ушла. И все остальные тоже, пожалуйста, сферы, блядь, не сбивайте. Но нужно убивать его 50 на 50 обязательно. Да что за ванизм? Был бы я на мейне, мы могли бы его вообще задергануть. Не заходи на бой. А ты на мейну уже КД просадил? Ну, я себе плачу. Я уже КД сунуть. Перекинь меня к дедбищу, кстати. Крит. Дедбича РФ. Нет. Нет, он уже вернул. Венера, к дедбищу перекинь. Давай барабаны. Так, а мне стоит отводить босса перед закатом? Да, на вторых паучках они подходят, и ты сразу вот, босса отводи в... Ну, типа сторону. Ого. 4К СПД ровненько. Рыбку старую, рыбку покушайся. Климент, и когда отводят босса, остаются пауки в луже? Ты лучше отходи, потому что как босс закопается, можно тебя кинуться меткой, и лужа разорвется сразу. То есть, если остаются жуки, то милики уходят, РДшники добивают. Чтобы нас, типа, в луже не... Самое главное, пало, по станам, пожалуйста, не прибитесь. Станы забивать. Все, давай, ручинок удаю. Олег, сразу не врывайся, Локи тоже. Короче, я тебе все проанонсу. Просто слушай меня внимательно, и все. Все, давайте, ДБМ пул даю. Ребят, не рвите агро, я на пул сейчас отдавать не буду. 5, 4, 3, 2, 1. Так, мы режим одного шага, другого... ...на заливаем. Давай, синий. Крипа, ты можешь двигнуть его даже. Поехали по пучку. Еще он на воду срывался, блядь. А, Мэриджейн отпускай. Каст. Я собираю каст. Грипп это. Там не мастер. Так, вторые. Режим, когда у этого будет примерно 50%? Забирай. Ребята, все, можешь уводить, вой, дай по нему. Шо, водай ты. Беги, хрипат, беги. Мэри Джин, пропускай, Мэри Джин. Любой милишник, заведите его на улицу. Я завел. Все, убивайте его. Не умрет, Олег. Тебя меня. Ты так, где? Я бегу. Дамбоб. Давай. Стой, куда ты бежишь? О, блядь, ну ладно, без бобов. А, все нормально. Да блин, далеко убегаешь. Ну я пытался тебе вернуться. Вроде бы это так, а вот. Сам по себе. Ага. Лучше сбили тебя, все хорошо. Все, вон там. На хрипатом. На хрипатом, ага. Стой. Хрипатом дашь бобчик. Одну сзади еще одну разбил. Все, не очкуй. Все, больше не сбивай север. Да. Жуков бейте. Да, жуков подбивайся. Стаки не лутайте, ребят, много. Ты пишешь стак, 4 стака, блядь. Уж никто не бил, блядь. Ты меня медики не надо бить. Начинай бить. Сколько ты выкопал?
Хуй знает, сейчас будут выкапываться. Все, заебись, забирай. Мириков, блять, паучков под босса поставьте быстрее. Нам бы сейчас перевести его, может Геру ебать или нет? Давай, Геру похуй, попробуем. Жука берем. Так, Жука этого забираем. Метку себя снимаю. Так я не знаю, что они там... Прожимайся как-нибудь. Перевайся, босс. Второго жука. Не надо, пусть стоит. А, не, стой, опускай. Пускай. Переведем, добьем жука. Двича прокил. Грипни моба под себя, хрипатый. Все, остальные контролем, ребята, остальные контролем. А, Войт, отдай стампу этому. Что мы сейчас хрипатый снимем. Контрольте мобов. Шакл и репитнес. Там на этом моб. Ну моб бежит, блять. Два моба. Тихо. Пускай фирм. Фирм отдай себе. Все, 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 вы последующему репитнес отдашь. Обнови фир. Обновите быстрее по нему. Отлично. Блин. Прохил хрипатого. Смотри, живешь? Ага, отлично. Шоу упал, блять. Куш Венера, ну. Да нет, у меня куша. Давай, на серьезный чат после. Надо добить хрипатого, прохилить. Да. Хрипатый, сдай войско. Да, да, хрипатый, бомжей, сдавай. Да все уже. Да что, все, идите. Вам же издали. Давайте дальше 600 кадров. Как хотите, добивайте. Вальт, Войт, если... давай, Войт, как Войт, можешь. Войт, тихо. Войт, если что, нажмешь от такого. Вопль. Бабу нажмешь. Эмир, давай. Давай. 20к. Ебать. О, жестко. Давай масрез. Сука, отвечаю. На грани. Просто, блять, на коляске. Давай масрез. Чё, чё, на коляске хуёво играть? Сука, на коляске, это блядь. Я доебашил его, нахуй, ребята, блядь, епешечку мне, нахуй. Ебать, поджигание люто под конец закинул. Надо надо вот это, ну, держать побольше хп, типа, чё, перед... получается, снаряжен и Клименты выиграли? Чё, выиграли? Ну, чё там? Блядь, танковская говнища. Танковский. О, нихуя, танковский, ебать, блядь. Я хочу. А ещё лук выпал. Ну... Что за лук, нахуй? Танковский, сука. Лук, который меткость РПБ. Лук я себе взял. Мне как раз на блокера танковский вот этот зайдет. Чё за хрень, блядь? Один раз ходил и, блядь, говно. Не, хуйня лук. Ну и говно же, нахуй я добивал его. На туре. Просто у меня сейчас будет фулл блок проценты, блядь, 102 и 4. Спасибо, блядь, за трофей, нахуй. Охуенно рейд сбегал, блядь. Спасибо деду за трофей. Охуенно, блядь. Я чё ни одну сферу-то не сродил даже, блядь, чё за хер? Гудлик тоже, блядь, давай, деда благодари за трофей, блядь. Кто коня выиграл? Мне трофей не надо. Ладно, да. Мёртвому отдаём этот плащ. О, я забрал плащ. Ну, у тебя это... Тарик, а ты чё? Окей. Ну, блядь, я его взял, тут условный Климент бы забрал бы и всё. А, так ну, у Хрипатова есть, все забито. Ну, Хрипатова есть, мы у самого первого выбили там. У меня там как раз с ульды, блядь, плащ висит без дырки, хуёвый. Ты теперь каждому отсосать должен за плащ взять. Да нет, ещё. Я, блядь, мобов ферял, ты чё, точнее, сука, рассчитывали, блядь, на плащ для РДД, нахуй. Я дал этот, я стан дал, когда они теневой начали кастовать. Чё, Гудлик, впервые 50 на 50 закрыл, что ли? Сука, бедняга. Да тут много кто впервые 50 на 50 закрыл. Лау, Гудлик, Шоу, Венера. Так я сюда ходил два раза только. Венера вообще впервые закрыл ВК. Кто?